С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте. Издательство «Корпус», которое выпускает биографию Стива Джобса в России, предлагает читателям выбрать один из двух вариантов обложки российского издания. По словам представителей издательства, они готовы пойти навстречу поклонникам Apple и отказаться от собственного оформления книги в пользу оригинального. Российская версия книги выйдет в середине ноября. Большая часть, 86% проголосовавших, выбрали оригинальный вариант оформления. Биография Стива Джобса поступила в продажу 24 октября. Она была написана Уолтером Иосаксоном и является первой книгой о жизни Джобса, написанной в сотрудничестве с ним. Также сообщалось, что компания Sony Pictures экранизирует книгу Иосаксона. Предположительно, сценарий к фильму напишет Аарон Соркин. Он не только автор ряда сценариев к известным фильмам, но и получил недавно Оскар за свою работу над фильмом о Facebook, который называется «Социальная сеть». Кроме того, Соркин также знал Стива Джобса лично, так как в свое время имел возможность поработать с ним над одним из мультфильмов студии. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске новости спорта.